Традиция Финляндии – это салют с 31 декабря на 1 января. И особенностью менталитета финнов и вообще всех живущих в Финляндии, наверное, является такая хорошая коллективность. Вот столько сейчас видно людей на улице, никогда их столько не было. Это все пришли смотреть салют. Вот салют будет вот здесь, над этим лесом, в центре города. А сейчас все выходят из своих домов и радостные, и еще очень трезвые, идут любоваться салютом. Очень много людей. Это просто вообще не продолжается. Это огромное количество людей. И скоро будет салют. 31 декабря. С наступающим Новым годом. Мы, кстати, ездили в центр города. Оказывается, нужно было просто выйти и дойти немножечко. Ну, тоже нисколько. Одна минута от нашего дома. Кутка. Новый год.